Приветствую всех на канале. Сегодня у нас радиоконструктор пришел. Вот, это корпус у него такой, мультяшный такой. Вот, в комплекте входит инструкция на китайском. Но схему вроде понять можно. Так, платка у нас высокого качества. Все детали хорошо размечены. Вот, также у нас в комплекте рассыпуха различная. Вот, детали, SMD детали. Вот. Схема довольно-таки простая. Раньше я такие радиоприемники на RDA 5807 собирал. Тут отличается только наличием чипа контроллера STC15W101S. Назначение его не совсем понятно, но он в схеме присутствует. Не включил я видео, сам процесс сборки. Он настолько легкий и простой. Схема состоит из небольшого количества деталей. Все собирается легко. Расстояние между деталями достаточно большое. Так что никаких трудностей по сборке не возникнет. Поэтому нет необходимости как бы лишнее видео нагружать вас. Вот так он выглядит в окончательном виде, собранном. То есть все прекрасно, настройки никакой не требуется, это у нас цифра. Ну вот все, наш приемник собран, в корпусе из уха торчит антенна. Вот в другом ухе у нас регулятор громкости с выключателем вместе. Так, чтобы все это заработало, нужны батарейки. Ставлю батарейки, тут разнобой у меня, потому что батарейки уже кончаются. Вот, поэтому пришлось так. С разных батареек брать. Ну и закрывается это все дело. Так, таким образом. Немножко, наверное, надо вот силу приложить. Вот, ну все, глаз нету. Можно акриловыми красками нарисовать. Здесь, ну, как бы я не буду портить. Есть оригинал. Вот, ну, кто, дети могут покрасить. Ну, как бы для раскраски детей. Приемник детский, да? Включаем. Да, антенну не забываем вытянуть. Антенна у нас всего 15 сантиметров, совсем маленькая. Вот, включаем. Ничего нет. Вот здесь у нас кнопки. Вот это reset, то есть на начало ставит. А это scan, то есть поиск. И он автоматически сам ищет. Очень большая громкость. Наверное, связано с тем, что в Китае не только много народу, но и каждый человек там очень шумный. И представьте себе толпа, и чтобы что-то слышно было, нужна большая громкость. Поэтому это начинается с такого уровня громкости, который у нас уже считается максимальным. Нажмем еще раз кнопку. Вот, что-то поймал он. Еще раз нажмем кнопку. Пустота. Что-то плохо ловит. 315-50. Ловит. Я не буду останавливаться на радиостанции, иначе нас забанят. Ну все отлично. Детский радиоприемник в виде вот такой мультяшной морды. Он все здесь рабочий. Очень понравился конструктор, но он детский, потому что легко собирается, но в принципе никакой наладки не нужно. Вот. Так что детям рекомендуем, стоит это не очень дорого. Спасибо всем за внимание, подписываемся на канал, будет много чего интересного. Пока!